Тот ночь показали фронтовое кино. Приехал в этой машине, село полное машина была. За одну ночь, за 2-3 часа увезли нас. 5 эшелонов выслали оттуда. Нас повезли прямо в Ферганскую область. Считали несправедливым нашу депортацию. Скучали за родину, за свою Грузию. Там не было детства. Детство убили. Возвращение радост. Ну и что случилось это за пределом? Трагедия. Зияд Гамсахурдия, мэра Пустова, чем-то нехо. Мэр Дарчубидо, мэр Аптан. Мэр митинг. Они тоже уважали меня за это, что он любит свою родину. Честного человека даже враг уважает. Мечта умереть здесь. Все, больше ничего. На этой земле. Любите, да? Чересчур. Как своего ребенка.